Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 125, десятичные дроби. Задание А. Выразите в метрах 3 дециметра. Выразим 3 дециметра в метрах. 1 дециметр – это 1 десятая метра. 3 дециметра будет 3 десятых метра. 0,3 метра. 8 дециметров. Выразим 8 дециметров в метрах. 1 дециметр – 1 десятая метра. 8 дециметров будет 8 десятых метра, то есть 0,8 метра. 2 сантиметра. Выразим 2 сантиметра в метрах. 1 сантиметр – это сотая часть метра. 2 – 2 сотых метра. 5 сантиметров. 1 сантиметр – это 1 сотая метра. 5 будет 5 сотых метра. 0,5 метра. 4 миллиметра. 1 миллиметр – это 1 тысячная метра. 4 миллиметра – 4 тысячных метра. Значит, это равно 0,4 метра. Выразим в 7 миллиметров в метрах. 1 миллиметр – это 1 тысячная метра. 7 семитысячных – 0,7 метра. Задание Б. Выразим в дециметрах 6 сантиметров. 1 сантиметр – это 1 десятая дециметра. 6 будет 6 десятых. 0,6 дециметра. Выразим 3 сантиметра в дециметрах. Сантиметр – это 1 десятая дециметра. 3 сантиметра – 3 десятых дециметра. 0,3 дециметра. Выразим 9 миллиметров в дециметрах. 1 миллиметр – это сотая часть дециметра. 9 – 9 сотых. 0,9 дециметра. 4 миллиметра выразим в дециметрах. 1 миллиметр – это сотая часть дециметра. 4 – 4 сотых. Ответ – 0,4 дециметра. Задание В. Выразим в килограммах 123 Выразим в километрах 123 метра. 1 метр – это 1 тысячная километра. 123 метра – 123 тысячных. 0,123 тысячных километра. 450 метров выразим в километрах. 1 метр – это 1 тысячная километра. 450 – 450 тысячных километра. Это выйдет 0,45 километра. Ноль убираем, он не имеет значения. Выразим 600 метров в километрах. Метр – это тысячная километра. 600 метров будет 600 тысячных. Уберем нули, выполним сокращение. И выйдет 6 десятых, 0,6 километра. 75 метров выразим в километрах. Это 75 тысячных километра. 0,75 тысячных километра. Выразим 10 метров в километрах. Метр – это тысячная километра. 10 метров – 10 тысячных. Убираем по одному нулю, получаем 1 сотую. 1 метр равен 1 сотой километра. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.